Сегодня по городу разбросали вот эти листовки. Может, объясните, что происходит? Вам известен этот человек? Привет тебе, жена. С того света. А я за тебя фиг даже свечку в церкви поставил. А меня, видишь, оживили. Немцы? Город в блокаде. Дорога жизни каждый день находится под обстрелом. Машина с лекарствами не доходит. Это последний ампула. Опять труп на дороге бросили. Что голод с народом делает? Они не только листовки печатают. Вчера в магазине опять не было хлеба. А еще фальшивые карточки. А у нас, Федя, легенды с лагерем года. Прогремим. На них скупают продовольствие. Таким образом умножают голод. Мы должны уморить этот город голодом! Когда же ты крови-то нашей убьешься? Расстрел патруля, расчлененка в чемодане, убийство в больнице. Тут чуть не сходится. Друзья, богатый опыт в криминальном мире. Отмычки, жаргон, связи. Эннехох. Нам нужно взять не только Кирилла, а руки. Уничтожить всю сеть и понять, что планировали немцы. Вот она и выведет нас на банду. Я тебе не какая-нибудь профурсетка рублевая. Ай-яй-яй-яй! Куда хочу, туда верчу. Ты чё творишь? На войне, как на войне. Немцы с нами на фронте не церемонятся. А чем ты тогда лучше их? Зигзаг уже координирует авианалеты на продовольственные склады, на хлебзаводы. Вы понимаете, какое количество людей уже сегодня погибнет от голода?